В Анапе при столкновении немецких иномарок пострадал мужчина. ДТП произошло в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Гребенская и Гоголя. В дорожно-транспортное происшествие попали автомобили Volkswagen и Opel. У одной машины от удара серьезно пострадал капот со стороны водителя. Сидевший за рулем мужчина был госпитализирован. Сообщение о ДТП диспетчеру скорой помощи поступило в 18 часов 30 минут. У водителя одной из иномарок было диагностировано сотрясение головного мозга и перелом лодыжки. Мужчине 24 года, он житель Анапы. Пострадавшего врачи доставили в травмпункт городской больницы. По факту случившегося проводится проверка.